Павлодарским пожарным и спасателям поднимут зарплаты. Повышение коснется только региональных подразделений. К примеру, если пожарный получал в среднем 80 тысяч тенге, то по новому расчету его зарплата составит от 180 до 230 тысяч, в зависимости от категории и стажа. То есть оклад вырастет на 60%, и это не считая доплат. Кроме этого, с этого года государство усилит и материальное оснащение противопожарных подразделений. В Павлодарской области уже частично обновили спецтехнику. Боевые они когда будут получать, это очень хорошие деньги получаются. Понимаете, да? И еще потом он там через 3 года классность получает, потом за повышение мастерства. Ну и у нас же спасатели, они же вообще гражданские лица были. Вот спасатели, они на 70%. Ну и плюс особые надбавки там по спасению, работа с трупами.